Здравствуйте, дамы и господа! С вами канал «Вкусная еда» и не только Джули. И сегодня я вновь готовлю салат. Салат – это тоже будет праздничный, предварительная подготовка к Новому году. Так можно выразиться. Для этого салата мне понадобится куриное филе, уже готовое, сваренное. Дальше я нашинковала капусту. Видите, виноград и апельсин. Этот салат не слоеный, поэтому можно уложить продукты в хаотичном порядке. Как я и сделала. Положила сначала мясо, капусту, теперь буду виноград почищу, уберу косточки, а потом апельсин. Так, все, добавила виноград, теперь добавляю апельсин. Посыпала семечки подсолнечника, можно добавить тыквенные семечки, можно добавить кунжутные семечки. У меня были подсолнечники, я их добавила. Заправлять салат я буду сметаной с лимонным соком. Вот и все, друзья. Я добавила сметану с лимонным соком. Сейчас все перемешаю. И на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!